Уважаемый президент, к вам обращается Смирнова Наталья Петровна. Я живу в Сергиевом Посаде и 30 лет тому назад создала музей «Народные промыслы» и детские программы для изучения культуры России. К сожалению, наш музей постигла беда. Противоположность культуры – это субкультура преступного мира. И вот это сообщество преступное у музея отобрало землю для строительства культурного центра, рейдерский захват произошел, и забрали даже мою землю, которая в 1991 году была мне выделена. Живя в православном центре, Сергиевом Посаде, я ощущаю в последнее время, что живу в каком-то иностранном государстве. Рядом с моим домом в 2005 году появились жители Узбекистана. И решили они захватить часть моей земли. Я даже первоначально помогала им, думала, что это беженцы наши русские, уехавшие из-за притеснения из Узбекистана. Но они меня избили дважды уже, захватили мою собственность, частью уничтожили. И никакие официальные органы помочь не могут. С правой стороны у меня приехали из Казахстана и построили не по стандартам, не по размерам и не согласно охранной зоне Троицы Сергиевой Лавры дом. Как бы под видом частного разместили там школу и больницу. Пожарные расстояния нарушены. Когда я обращалась за соблюдением закона, они стреляли в меня. Но опять-таки никаких действий силовых структур предпринято не было. И администрация, желая даже наш маленький музей 40 квадратных метров, приписала в договоре, подписала. У нас один договор, они подали другой, требуя 3 миллиона. Сейчас наши экспонаты находятся в недоступном помещении. Год сейчас русской культуры, русского культурного наследия. Так что вот предметы спрятаны от нас из-за аварийности лестницы, которую администрация не ремонтирует. Прошу вас помочь нашему музею. Спасибо.